Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, турнир закончился буквально сутки назад. Так, мастер 3 звезды. Так, сюрикены, Рафаэль фильм. Так, вот они, платиновые осколочки. Ну что, ребят, забираем награды. Сегодня у нас на календаре вторник. Март месяц. Не успел я, ребят, короче, в понедельник бустануть, элементарно проспал. Я пришел после работы, ребят, лег спать и практически до вечера прокимарил. Поэтому сегодня вторник, и вот сегодня у нас, как ты понимаешь, буста не будет. Он уже, как говорится, еще вчера продинамился у нас. Хотя я мог бы его сделать, если бы встал, но я очень, ребят, сильно устал, поэтому так вот все получилось. Так что, ребят, давайте-ка, наверное, ежедневочки все выполним сейчас. Пройти серию испытаний. Побежали. Так, я возьму, наверное, здесь. Ну, давай возьмем Маузеров, Леонардо, Армагон плюс Кожеголовый вместе с Крэнгом. Да, именно такой командой пойдем. Именно такой командой. Значит так, Арахзар у нас там стоит. Ну, понятно. Кланфутовцы, как всегда, в своем репертуаре начинает выпендриваться. Ну-ка. Слушай, нормально так. Смотри. Почти фул хп отняли. Там чуть-чуть не осталось добить им. Добьем? Добьем. Оу. Отложенная смерть, понял. Ну-ка. Так, смотри, а, еще выпендривается. Вот это, конечно, бесев, ребят. Когда у них есть шанс избежать смертельного удара. Это все равно, что равносильно, как у нас на том же самом Армагоне, да, или на каком-то, на Шредере. Есть такая защита, броня. Она тоже, когда вешается, у тебя, считай, целый ход, если ты пропустишь удары. Он на тебя никак не повлияет, ты просто снимешь с себя вот эту вот броню. Попытку получить урон. Ну что, друзья, тут все отлично, мы забираем здесь награды и переходим куда? В поединки. Кстати, ребят, сегодня прошел игру Atomic Heart с одной концовкой, но я хочу пройти и посмотреть вторую концовку. Так что, не знаю, сегодня, наверное, сегодня вечером, скорее всего, будут выложены последние серии. Ну, на худой конец, послезавтра тогда. Точнее, завтра. Послезавтра я уже на работу побегу. Так, что я хотел? Я хотел на Рафаэля, да, искать. На Рафаэле, ну что, давай. Тут нам надо 6 вот этих вот комиксов. Один есть. Так, второй нашли. А нужно еще 4 штуки. А, вот он, третий. Третий комикс. Четвертый. Ну, давай, не скупись. Вот он, пятый и последний. Последний комикс находим, и все, ребят. Ну, давай ты, господи, ну. Есть. Так, ну, нам тут надо будет еще 10 пленок с катушкой, или катушка с пленкой, и 12 автомобильных номеров. То есть еще дофигища чего нужно находить. Поднять уровень персонажа. А у меня мутагена хватит, чтобы поднять? Конечно, нет. Он же там требует уже... Да, 14400. Ну, ничего страшного. Абсолютно ничего страшного. Зайдем, наверное, в поединки. Лига Лео. Так, ребят, Супер Шреддер разыгрывается на этой неделе. Я вам рекомендую его получить. Очень хороший боец. Так, ну что у нас? Сцена насилия, да? И силы природы. Но это уже будет потом. Давай тогда... Ну, быстренько пробежимся с тобой здесь. Для чего? Ну, чтобы нам, ребят, пофармить. Пофармить, естественно, жетоны. И потом уже пойдем на арену. Ну, тут и дурак поймет, что не так все просто легко будет. Но, тем не менее, продвигаться мы должны, ну, не слишком медленно. Ну, прилично. Ну, я думаю, до Лиги Сёгунов 3 звезды, наверное, все-таки мы дойдем. Ну, на худой конец 2 звездочки. Но не меньше. Так, все, поединок мы этот отыграли. Соответственно, мы сейчас будем фармить наши жетоны. Поехали.
У нас сколько там жетонов в данный момент? 90-95 жетонов всего-то лишь. Ядрить, колотить. Ну, это никуда не годится. Ну, давай попробуем 300-350 насобирать. Я надеюсь, нам это под силу будет. Единственное, что да, очень быстро улетают у нас телепорты. Прям моментально. Прям на глазах они тают. Так, уже 229. Того 240. Уже подкрадываемся к 300 жетонам. Уже есть. Так, и последние три попытки. Итак, у нас получается 365 жетонов в общей сумме. Ну, неплохо, неплохо. Еще столько же, и мы сможем купить еще 3 ДНК. Ну что, ребята, турнирная арена, естественно. Погнали, давай попробуем найти 11-11. Хотя во вторник это очень тяжело и проблематично. Это еще в понедельник можно... О, слушай, ну было. Если бы я не тупил бы, мы бы сейчас уже с тобой бы... Первый поединок был бы 11-11. А теперь вот попробуй выловить. Так, стоп. Успел, так сказать, пальчиком нажать. Ну что, поехали. Вот эти вот ребята у нас будут участвовать в поединках. То есть Кунаичи, Пиццелицы и тут же Майки. Ну-ка, пробьет же. Ясен перец. 45 уровень. А как вы думали? Так, а вот и воин. Хотел сказать, две звезды. Так моргнуло, как будто сейчас две звездочки будет. Но кукиш с маслом, никаких там две звездочки не было. Просто была такая обманка. Турки. Какой-то против нас турки будет воевать. Ну, наверное, масуху сделаем. Че тут, как говорится, выпендриваться. Сделал масуху, уложил всех баньки и погнал дальше, да? Ну что, вот и воин две звезды. Ранг 51. И они, смотри, опять начинают дурковать. Они начинают дурковать в плане того, что 10-10. То есть 10-10 это самый первый поединок, ну, когда мы заходили. Нам ровно столько же давали кубков. После этого мы сыграли еще два поединка, и они нам на... На следующий бой дают 10-10. Вот вообще у них, ребят, совести просто нету. Просто нету совести. Они зажимают уже в наглую все. Ну, надо же, хоть здесь не зажали. Ты посмотри. Я думал, сейчас еще и тут нам пакость как он сделает. Ну, я не знаю, 12-13 хотелось бы получить. Но что-то мне подсказывает, что 11... Оу, есть. Смотри-ка, выудил. Я сам, честно говоря, не ждал. И у нас уже 4 бойца можно брать. Ну что ж, давай. Потихонечку начнем. Бросим флакончик. И вот так вот добиваем. Шикарненько. Так-с. Ну, 50-ю дадут позицию, нет? О, 30-35-ю даже. Вот это да, вот это мы лихо, кстати, пролетели. 25-26 уровень противников. Ну, для нас, ребята, это семечки. Вот на данный момент. Потому что у нас 56 уровень против 23-х. Ну, это вообще круто. Бросил флакон. Бросил флакон, ребят, на запрет лечения. Потому что он как раз Кирби был. Он мог бы хильнуть. Мог бы, но он не выжил. Итак, мы переходим в элиту. Может, дадите уже 13-14 все-таки? А, 12-14. Ну, давай хотя бы так. Это лучше, чем 12-13, ну, согласись. Раз, два, три, четыре. Ну, а бойцов у нас 4 еще до сих пор. Хотя уже поединков мы приличное количество. А вот когда ты в понедельник бустуешь, да, то давным-давно бы у нас уже было бы 5 бойцов. Вот такая вот петруха. Давай ультразвук. Отлично. Подшатнулись, как говорится, и упали. Все так разом.
Итак, у нас 33-я позиция. 12-14. Я просто не ролю, ребята, из-за того, что я прекрасно знаю, они нам фиг дадут там какое-нибудь повышение. Ни шишарики. Давай дебаф сделаю. Какой-никакой. И вот теперь массовую атаку. Давай, Лео, не подведи. Лео-то, в принципе, не подвел. Так, уничтожаем Кирби. Теперь, наверное, Криса Брэдфорда надо убрать отсюда. Так, минус Крип. Ну и, соответственно, Донателло тоже в минус. Нормально. Итак, элита 2 звезды. Не, ребят, мне кажется, мы до Лиги Сегунов 3 звезды сегодня не доберемся. Лига Сегунов 2 звезды, может быть, но опять же, под большим-большим вопросом. Уж как-то медленно у нас продвигается все это дело. Очень медленно. Ну, хотя бы, на самом деле, самурая 3 звезды тоже, ребята, было бы неплохо. Это все равно, что, как мы с тобой считаем, вот в понедельник мы бустанулись бы, да? Предположим, играем во вторник, у нас уже все. Наши персонажи сброшены на лигу самураев 3 звезды. Обычно оно так происходит на второй день. Поэтому, если мы с тобой дойдем сегодня до лиги самураев 3 звезды, то практически то на то и выходит. Пускай у нас не было буста, но мы добились ровно того, что было бы при бусте. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. Ну, уровень-то уже подрастает у противника. Главное, вспышку эту не прозевать, а то будет нам с тобой. Пока 34-й, 33-й. Давай массовую сделаем. Так, и этого добиваем. Прекрасно. Опять, друзья мои, всю ночь сегодня не спал. На часах 10 часов 13 минут дня. Опять сейчас лягу и просплю, фиг знает до скольки. Опять до ночи, блин. Ах, как же я это терпеть не могу. 13-16. И вот так вот все выходные пролетают, блин, в спячке. Давай массу, наверное. Сделаем вот так вот. Уклонение. Плюс щиты. Так, пошли массовые атаки. Донателло начинает отжигать. Так, минус двоечка. Троечка. Четверочка. И... на! Пятерочка. Идеальная победа. Я согласен. Причем мы по инициативе даже не дали им сделать хода. 37-я позиция. Ну что? 13-16, отлично. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. Мондагека, Ванька, Кирби, Рафаэль и Донателло. Ну, начнем с массовых атак, само собой. О, хорошо, как было. Думаю, надо Мондагека наказать. Ну, все, в принципе. Они тут свое отыграли. Подожди. Я даже не заметил, что этот Рафаэль еще выжил. Как-то слился он с фоном. Я просто на эту двоечку переключился и все. А про того даже не вспоминал. Ну что, вот, ребята, самурай пошли у нас. Пока одна звезда. 14-17. Раз, два, три, четыре, пять. У них сразу, ребята, 40-й уровень. Даже, я смотрю, там 41-й есть у Карайки. То есть инициативка рулит, да? Ну, давай с кланфутовцев начнем. Шикарно. Караечку добей, пожалуйста. Нормально. Отлично. Вообще, the best. Опять же, по инициативе выиграли.
54 место. Так, давайте, давайте мне этот не 13-16, 13-15, а 14, вот, 14-17. Начинается у них опять вот этот бзикос. Ну, ты уже видишь, мы переходим на 70 уровни. Это говорит о том, что у нас бойцы скоро закончатся. И что-то под вопросом у нас как бы. Лига самураев 3 звезды под огромным вопросом. Так, 15-я позиция, да, значит? Ну, хорошо. Остается очень мало бойцов. Мы дойдем, но хотелось бы ближе все-таки к Лиге мастеров, к Лиге даже сёгунов подобраться. Понимаешь, о чем я? Давай массовую зарядим. Потому что если мы не дотянемся, завтра нас, даже не то, что завтра, к вечеру нас опять сбросят. Так, самурай 2 звездочки, 81 место. Так, 14, давай-ка мне уже, по-моему, надо 14-18, я считаю, что мы заслужили. Но они, как всегда, дурачка начинают валять. И приди... Вот. Раф и Крис. То есть что, получается еще 3 поединка максимум, все? Ну-ка, заряжаем. Нормально. Так, здесь надо муху, наверное, щелкнуть по носу. Плюс крик. И хоп-хоп, нормально. По хребти не получил лопатой. Ну что же, замечательно. Место у нас 51. Ну да, мы в Лигу самураев 3 звезды попадем. 14-18. Раз, два, три, четыре. Пять. Джастин так передвигается, ты заметил? В раскорячку. Массовая атака, естественно, для них смертельно, потому что по уровню, ребята, они слабоваты. 46 левел. Против сотки. Естественно, шансов у них здесь вообще ноль. Так, и... последний поединок у нас, да, будет? И мы переходим в самурай 3 звездочки. Но без укрепления. Даже, по-моему, 50-го места мы там не возьмем. К сожалению. Так, бросаем бомбочку. Воу! Ну, зэк, красавчик. Один справился, прикинь. А вот и самурай 3 звезды. 84-я позиция. Так, может быть, все-таки дадут мне там 15-19? Не? Не дадут, скорее всего. Нет, не хотят. 3, 4, 5. Ну что же, у нас один Донателло останется несыгратым. Ну что я могу поделать? И рад бы сыграть, но никак. Сейчас, наверное, всех положим здесь, да? Да, так оно и получилось. Ну вот. Теперь бы... ну, мутагена мы, наверное, мало заработаем. Но на уровне должно хватить, в принципе. Вот, 55-я позиция, отлично. Так, подожди, что я хотел сделать-то? Я хотел поднять уровень, да? Рафаэлю. Хватает, хватает. Ну и шикарно. Забираем здесь наши награды. Проверяем, что... ну, осколки мне не нужны. И даром, как говорится, потому что у меня их и так дофигища. Да, друзья, вот такой у нас как бы буст получился. Так, у нас есть пицца. Давай мы ее, наверное, потратим всю. И опять же будем тратить на Рафаэля. Значит так, 10 катушек с пленкой надо будет. Одна есть. Так, выпадает пока мутаген. Доска для серфинга. По-моему, третья, да, катушка была? Четвертая.
Пятое. Все, ребят. Все. К сожалению, у нас все закончилось. Но, пожалуй, и я буду заканчивать эту серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.